Привет, друзья! Вот мы снова с вами сегодня на моей кухне. И сегодня я хочу вам показать, друзья, как я готовлю икру из баклажанов. Вот из таких красивых, замечательных баклажанов. Это называется по-английски абирджин. По-нашему, по-донскому называется синенький, друзья, вы не поверите. Почему синенький, не знаю, вот он фиолетовенький по мне. Ну вот, синенькие баклажаны или абирджины. Сегодня хочу вам показать, как мы будем вот из таких замечательных двух баклажанчиков готовить икру. Икра у нас, друзья, это, конечно, по-донскому, по-южному. Может быть, немножко кто-то готовит икру из баклажан по-другому, а я хочу показать, как я ее готовлю. Вот что для этого нужно. Вот у нас два вот таких красивых баклажана. Потом, значит, вот три помидорчика. Я думаю, хватит, посмотрим там потом по ходу. Вот я беру луковичку, вот я беру сладкий перец и вот морковочку. Ну и, естественно, мы берем зелень. У меня, к сожалению, только укроп. Я петрушку не очень люблю, я покупаю всегда укроп. Вот сейчас я даже его специально купила. Здесь в Англии проблема вообще с укропом. Укроп по-английски называется dill. И, в общем, с ним проблемка. Называется «пойди найди». Вот, ну и, естественно, я беру чеснок. Я вам потом покажу, сколько чего. Я просто вам рассказываю. Значит, все это мы тщательно моем. Все это мы тщательно моем. И сейчас мы с вами приготовим, нашинкуем это все. И покажу вам, в какой последовательности что я кладу. Вот я опять же режу все довольно мелко, друзья. Вот лучок нарезаю. У меня такая большая луковица, как вы видите. Наверное, я любитель лука, не знаю. Мне кажется, луком ничего не испортишь, как кашу маслом, так и луком не испортится ни одно блюдо. И всегда я кладу лука очень много везде. Вот, нарезали мы лук. Дальше мы морковочку берем. Морковочку нам надо почистить, конечно же. Ниточку, друзья. Ну, я чищу вот такой вот штучкой, знаете. Опять же, южная. Мне очень нравится эта чистилка, потому что без всяких проблем все быстро и хорошо. Вот я чищу морковочку. Я думаю, одной морковочки нам будет хватит на два наших баклажанчика. Морковочку, друзья, я, знаете что, я ее тру на терочке. Честно говоря, резать ее как-то кубиками или как я не люблю. Поэтому вот я ее прям сюда, вот на крупной терочке, я ее натираю. Вот так. Натираем, натираем. Так, сейчас я вам, чтобы нам процесс ускорить, буду немножко ставить на паузу, чтобы вам тут не напрягать вас. Посмотрим сейчас следующее, что мы будем брать. Сейчас, минутку. Так, ну вот, друзья, ставим мы сковородочку на огонь. Это мы уже... И я использую, конечно, растительное масло. Я масло беру частично олива, немножко. Лучше всего, друзья, масло смешивать, все, которые у вас есть, по чуть-чуть. Вот еще у меня рапсит, видите, масло, видите, да, видно вам? Вот я беру еще это масло. Вот. Если есть у вас еще какое-то обычное масло подсолнечное, значит, еще и подсолнечное сюда. Лучше всего, чтобы было масел у нас много. И первым делом я вот это то, что я нарезала, вот морковочку и лучок, я отправляю на сковородочку. Морковочка и лучок первым делом. Вот пока у нас это жарится, друзья, мы приготовим, нарежем помидорки, следующим будет у нас
помидоры, и потом у нас будет сладкий перец. Значит, вот, я режу помидорки сейчас мелко. Это все у нас уже помыто, как вы понимаете, да? Вот, поэтому я, чтобы вам процесс сильно не затормаживать. Вот, я помидорки режу тоже мелко. Вот так. Вот. Эти все росточки я вытаскиваю, я не люблю, когда что-то такое попадается. Да и вообще, надо себя любить. Все это мы убираем. Видите, серединки, они несъедобные, никакого они вкуса не имеют. Поэтому мы их абсолютно спокойно вырезаем и убираем. Иногда вот здесь вот собирается какая-нибудь грязь, понимаете? Нам это не надо. Мы себя любим, здоровье свое бережем. Поэтому все-все-все мы убираем и выбрасываем. Используем только все замечательное и хорошее. Вот так вот. Вот. Мы нарезали с вами быстренько помидорки. И я помидорки отправляю тоже на сковородочку, друзья. Чтобы уже с камерой не бегать туда-сюда. Вот. Вот так же я поступаю с нашим помытым красивым перцем болгарским. Шинкуем мелко. Мелко режем. И тоже туда отправляем на сковородочку. Вы знаете, друзья, это вот икра. Она, конечно, все ее готовят по-разному. Даже вот у нас, хозяйки на Дону, все эту икру готовят по-разному. И, наверное, тоже зависит от того, кому что нравится. Вот многие, если любят острое, как у меня все мои родные, у нас вот этот вот, знаете, горький перец такой стрючковый, называется горчица по-донскому. Вот любят, да, горчицу эту добавлять, острый перец. Очень много специй. Ну, я вот как-то, вы знаете, нет. Я люблю специи только чесночок. Вот, ну, немножко, может быть, можно потом еще перцем черным молотым порезать, посыпать. Но вы знаете, чтобы уж очень вот такой вот горькущий, я что-то как-то не любитель. Хотя говорят, что это, вы знаете, тоже полезно для здоровья. Это все острое, очень полезно. Поднимает потенцию, если кто не знает. Вы знаете, вот что любят, грузинская кухня, она очень острая. И, в общем, там у них мужчины, по-моему, не страдают. Вот. Ну, не знаю, может, это зависит не от этого, друзья. Так, вот я нарезала точно так же мелко. Нашинковала наш перчик. Лучше бы, конечно, чтобы он был красненький. Но вот в этот раз у меня вот он зелененький. Ну, ничего страшного. Я думаю, что он на вкус не повлияет на наш. Вот, и отправляю я его также на сковородочку. Так, вот на сковородочку, друзья. Отправляем перчик наш вслед за тем, что мы уже положили. Мы это тщательно все мешаем. На среднем огне, друзья, вот сейчас вот это все. Пусть оно у нас пожарится. Минуточек, наверное, 15 под крышкой. Сейчас вам покажу, прежде чем дальше что-то готовить, что-то класть еще. Мы это под крышечкой. Минут 15 на среднем огне томим. Я огонь сделала потише, пониже. Вот. Накроем крышечкой. У меня, к сожалению, такая огромная сковородка не имеет крышечки. Я вот так, вы знаете, по-простому. Ну и вот, пока у нас там это все жарится, под крышечкой томится, я вот займусь баклажанчиками. Баклажанчики я, друзья, чищу как? Вот я обрезаю, конечно, вот это. Здесь тоже такое жестковатое под этой
ладоножкой. Обрезаю вот это. Вот тут такое у меня, значит, как бы разделение немножко. Некоторые любят счищать вот эту вот кожуру. Говорят, что она какую-то горечь придает, неприятный цвет. Для меня я никогда не счищаю. Очень нежные, они не застарелые, они прекрасные, нежные, вот эти баклажаны. Поэтому я их режу в икру, абсолютно не чистя. Не чистя эту корочку. Для меня, например, вот корочка у баклажана, она дает икре пикантность. И не бойтесь, что она вам там сделает икру темной. Да ничего подобного. Ее здесь очень мало, этой корочки. Она только придаст пикантность вашему блюду, вашей икре. Поэтому, друзья, вот так. Ну и старайтесь резать кубиками. Не так, чтобы уж очень мелко. Ну вот, видите, вот так вот, да? Вот. Потому что баклажан, он очень нежный овощ. И его поэтому кладем мы в последнюю очередь. Вот я сейчас его сюда нарезаю. Вот так вот. Значит, баклажан через 15 минут. Засекли мы, да, с вами. Вот. И мы отправим туда под крышечку еще и наш баклажан. Наверное, вот так я сделаю этот толстый баклажанчик. Вот так вот. Немножко. Три. В общем, вы знаете, можете резать кому как нравится. Кубиками или длинненькими какими-то. А вот соломкой. Это уже, как говорится, хозяйка сама знает и видит как. Видите, какой он красивый, видите. Даже он не перезрел еще. Когда перезреет, у него уже вот эти коричневые внутри семена, которые неприятно попадаются. Их надо очищать, потому что, ну, вообще стараются, конечно, те, кто знает, покупать не перезрелые баклажаны, а вот недозрелые, чтобы никаких там семечек не было, чтобы не было жесткой кожуры. Вот, как я уже сказала, мы же себя любим. Вот так, вот это все ждет, видите, вот нашей очереди. И еще вместе сразу с баклажанами я кладу чесночок, друзья. Вот он у нас, чесночок. Я, по-моему, вам рассказывала, что его на терочке натирать не стоит. Вот его вот так раздавливаете, видите? Он, если свежий, он давится прекрасно, потому что он сочный. Но здесь вот целиком раздавливать я не хочу, потому что слишком уж она толстая. Вот так. Вот так раздавливаем. И режем как можно мельче. На терочке не советую. Чеснок теряет почему-то свои качества вкусовые. Тоже уже объясняла вам, друзья. Вот не знаю почему, но вот старайтесь все-таки его мелко-мелко резать. И потом, вот как раз, его еще надо выдержать недолго. Опять же, почему, не знаю. Просто все эти вещи уже давным-давно у нас из поколения в поколение передаются, южане все знают это все. И поэтому вот, все я вам это все рассказываю. Такие процессы. Вот мы порезали тоненько-меленько наш чесночок. Мы его точно так же вот сюда вот благополучно отправляем. Ничего даже страшного абсолютно. А вот, он уже дойдет вместе с баклажанами. И еще я режу, конечно, вот укроп, друзья, вот посмотрите. Я куда-то, наверное, ушла на бок, да? О, сюда надо. Повернулась камера. Вот такой укроп у меня. Вот смотрите, пучок смешной просто. Просто смешной. Этот пучок стоит 1 паунд 20. Паунд 20. Умножайте на 80, сколько это будет. Боже, боже. Ну, в общем, больше 100 рублей, представляете? Когда у нас они на юге, я не знаю, по 30, по 15 эти. Вот, отправляю я тоже сюда эту зелень. Кто хочет еще какую-то зелень добавить, welcome, как говорится, я вот добавляю вот так. Вот, теперь мы ждем. Еще 15 минут у нас не прошло.
мы ждем. А пока мы ждем, как я вам сказала, у нас и чесночок подождет нас на кислороде, на свежем воздухе постоит вот такой нарезанный. Он какую-то здесь еще более полезные свойства приобретает. Вот так. Значит, вот ждем. Так, ну я проверила, еще у нас только 10 минут прошло, друзья. Еще там не готово у нас, чтобы ложить, добавлять синенькие. А я, вы знаете, вот вернула назад зелень. Я решила, что я, наверное, погорячилась. Не буду я зелень вместе с баклажанами. А я ее положу уже буквально в последнюю очередь под крышечку. Пусть просто она там перед самой готовкой потомится. И еще один, так как я чесночок люблю, я вам сказала, еще один вот я нарезала. И вот это вот я приготовила. Это уже в самую последнюю очередь зелень и последний зубчик чеснока для духа. Перед тем, как выключить под крышечку, вот мы такое приготовили. А сейчас мы посмотрим, что у нас там с нашей сковородкой. Так, ну вот, друзья, 15 минут прошло. Вот у нас что получилось. Видите, оно как раз нормально у нас протомилось замечательно. И теперь я добавляю сюда наши нарезанные баклажаны и чесночок. Сейчас покажу. Вот они нас тут ждут. И вот мы их вот так вот отправляем аккуратненько. Их, кажется, очень много. Баклажанов всегда у меня прям под самый верх. Но они ужариваются очень быстро. И приминаются. И будет все в порядке. Вот мы кладем все эти наши баклажаны замечательные, друзья. Вот так. И что я делаю еще? Я, ой-ой-ой, сполосню. Ничего, ничего не будем терять. И я немножко подсаливаю, друзья. Подсаливаю я первый раз, как вы видите, немного. Вот, и немножечко я все-таки кладу вот этого вот перца, видите, черного молотого перца, чуть-чуть, друзья, я много не кладу, чтобы он просто дал дух, но не горечь, вы знаете, вот, и мы это все опять на медленном огне отправляем под крышечку, у меня вот такая, к сожалению, крышечка, видите, отправляем под крышечку. И, наверное, томим еще минут 15, но мы должны смотреть. Конечно, помешивать, смотреть, как это у нас все будет выглядеть. Наблюдаем. Если масла не хватает, подливаем масло. Ну, в общем, жарим-жарим. Так, ну вот, друзья, мы не забываем проверять, как у нас тут наша икорка жарится. Вот, надо помешать, конечно, уже. Знаете, мешать порой бывает трудновато. Чтобы ничего не рассыпалось. По идее, конечно, лучше брать большую сковородку с глубокими краями. Но вот у меня, к сожалению, вот такая. И что-то я, конечно, на радостях набухала. Нужно было, наверное, полтора все-таки этих баклажанчика, а не целых два. Ну ничего, видите, потихонечку дело пошло. Сейчас они следующим разом уже совсем будут уже ужаренные. Все у нас, вот видите, была гора, сейчас уже у нас ушло это наполовину. Накрываем, ждем еще. И уйдет все совсем. Ждем еще, друзья. Так, ну вот через 5 минуточек, друзья, я еще помешаю. Уже у нас, видите, проблем нет, чтобы мешать. Как она вот потихонечку ужаривается. Но, как вы видите, конечно, еще мои баклажанчики не готовы. Доходят еще только. Вот мы все тщательно мешаем опять. И опять мы прикрываем. И, наверное, еще минуточек 5, наверное, нам стоит подождать. И тогда еще посмотрим.
Ну и вот, друзья, мы проверяем, наверное, уже последний раз нашу корочку. Вы знаете, что мы делаем? Мы вот это вот сюда теперь отправляем. Зелень, укропчик и с чесночком отправляем сюда. Вот так вот еще раз, последний раз уже мешаем. Видите, он цвет приобрел другой, этот баклажан. Вот. Вы знаете, еще хочу вам такую маленький такой секрет открыть, друзья, если вы не знаете. Вот иногда, когда я не хочу еще чего-то такое кушать, эта икра же, она идет, в общем-то, как просто какая-то закусочка, она не основная еда. А вот если вы хотите, знаете что, сделать ее посытнее, вот эту икорочку, чтобы она у вас была вот в такую жару, как основная еда, знаете, я что делаю? Я просто добавляю сюда еще и картошку. Вот такими же кубиками мелко я нарезаю картошечку. И я ее перед тем, как положить помидоры, потому что, сами знаете, помидоры кислота, оно не даст картошечке по-хорошему приготовиться. Прежде чем, значит, я кладу помидоры, я нарезаю картошечку, и я кладу картошечку. Смотря, ну, большую одну или две маленьких, в общем, вот так. И тогда икра получается сытнее. Но это уже, как говорится, кому как. А вообще, вот когда обычная икра, классическая, там, конечно, никакой картошки не добавляется. Вот это последний раз я положила, вы видите, зелень и все. Значит, до следующего уже будет готово. Так, ну вот, друзья, наша икорочка готова. Я выключила. И я вот под конец все равно не удержусь, чтобы немножечко ее не посыпать еще укропчиком. А теперь я ее закрою, пусть постоит минуток 5. Вы должны еще подсолить по вкусу. И сейчас покажу результат. Ну и вот, друзья, наша замечательная икра. Вкусная, полезная. Наша донская кабачковая икра. Баклажанная икра. Ошиблась под конец. Всем приятного аппетита. Пока-пока.